Смертельное происшествие произошло в Асбесте. Мужчину, который переходил дорогу, сбила машина на улице 8 марта. Сейчас полиция города Асбеста устанавливает личность погибшего пешехода и разыскивает водителя, скрывшегося с места происшествия. Все произошло вечером 11 апреля в районе 9 часов вечера на улице 8 марта. Как следует из материалов дела, неустановленный водитель, управляя автомобилем, предположительно ВАЗ 8, 9 или 14 модели светлого оттенка, двигался со стороны улицы Ленинградской. В районе дома номер 19 по улице 8 марта на дорогу вышел пешеход, который через мгновение был сбит предполагаемым автомобилем, который уехал в сторону больничного городка. Прибывшей бригаде скорой медицинской помощи оставалось лишь констатировать смерть. 11 апреля 2016 года около 20 часов 45 минут в городе Асбесте на улице 8 марта в районе дома номер 19 произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель неустановленной автомашины, двигаясь по улице 8 марта от перекрестка улиц Ленина, Садовая, 8 марта в сторону улицы Лермонтова в районе дома 19 по улице 8 марта допустил наезд на неустановленного мужчину, который переходил проезжую часть справа налево по ходу движения автомашины. После наезда водителя скрылся с места дорожно-транспортного происшествия. В результате ДТП пешеход, мужчина неустановленного возраста, погиб на месте до приезда скорой медицинской помощи. Отметим, что в распоряжение сотрудников ГИБДД попали записи с городских видеокамер по улице Садовая. Один из водителей по описанию, похожий на разыскиваемого, за минуту до происшествия проехал перекресток улиц Ленина, Садовая, 8 марта. По факту ДТП сотрудники полиции проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, устанавливают обстоятельства случившегося, изучают записи с видеорегистраторов попутных автомобилей, проводят поквартирный обход близлежащих домов. Инспекторы ГИБДД очень надеются на помощь граждан, располагающих сведениями о местонахождении похожего автомобиля или водителя, покинувшего место ДТП. Отметим, что в результате происшествия разбито лобовое стекло, отпало и осталось на месте аварии левое зеркало. Возможно, поврежден капот. Сообщить сведения, которые помогут стражам правопорядка найти участника ДТП, вы можете по телефонам 20402 или 6 17 55. Важна любая информация. Кроме этого, полицейские взывают к совести самого водителя. У него пока еще есть возможность самому обратиться в полицию для дачи объяснений.